Terra Incognita – неизвестная земля. Так звучит название персональной выставки московского художника и архитектора Сергея Мейтува, которая открылась в художественной галерее. Творчество Сергея состоит из любительских археологических находок – сломанных часов, гнутых ложек, треснувших чашек, раковин, камней, сухих трав, листьев, цветов и безудержной фантазии автора. Такие, казалось бы, совершенно различные предметы он собирает в композиции потрясающей глубины – от которых сложно оторвать взгляд. Художник составляет из своих воспоминаний, своих находок, из своих коллекций многослойные композиции, наполненные разными смыслами. Они расскажут и о художнике, они расскажут и о предметах, они расскажут и о нас, о зрителях, как мы будем рассматривать эти работы. Художник признается, что больше всего любит в природе маленькие незаметные вещи. И чем они мельче, незначительнее, тем больше радостью, удивлением, состраданием и художественным любопытством наполняется его душа. В экспозиции выставки представлено около 50 произведений художника, созданных в разные годы в техниках акварели и ассамбляжа, коллажа из объемных деталей. Среди таких деталей немало вещей, поживших в земле и сильно пропитавшихся временем. На самом деле выставка необычная, и мне кажется, здесь можно провести много времени для того, чтобы разглядеть каждый объект в этих работах. Кроме ассамбляжей на выставке представлена графика, это акварельные этюды. Их почти половина на выставке, но они настолько вписаны в эти объекты, которые здесь расположены, дополнены какими-то находками художников. Неожиданная встреча и визуальное сопоставление высокого пейзажа и бытового коллажа абсолютно искренне раскрывают тему красоты вещей, силы времени и самой сути пейзажного рисунка. Такое необычное соседство рождает четкие, ритмически выстроенные композиции. Выставка «Terra Incognita» теплая. Для каждого зрителя она может открыть свою шкатулку с воспоминаниями. Придя на эту выставку, мне кажется, зрители еще и по-другому взглянут на свои собственные коллекции, на свои детские сокровища, которые когда-то они собирали, и сейчас они сложены в жестяные коробочки, открыв которые, можно вспомнить и детские годы, и школьные годы, какие-то вещи, которые подарены. Посетить выставку можно в часы работы художественной галереи. Возрастное ограничение 6+. Дополнительная информация по номеру 70287. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.